План по вторжению российской армии в Грузию и в Армению лежит на столе у Путина. Он подготовлен Генеральным штабом Российской Федерации. План вторжения. В плане учитывается, что грузинская армия малочисленна, небоеспособна. И в плане учитывается, что старшие офицеры вооруженных сил Армении Генерального штаба в значительной степени являются прямыми или косвенными агентами Российской Федерации, и армянская армия не будет оказывать сопротивление. Они рассчитывают вот на подобные факторы. Безусловно, что они рассчитывают провести недельную операцию по завоеванию Армении и Грузии. Но Украину они собирались завоевать за 3 дня, здесь они планируют за неделю завоевать Армению и Грузию. Вот. И превратив их в области обычной Российской Федерации, присоединить их к России. Вот план России, который есть.